Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и это видео называется «Как зарабатывать в период пандемии и коронавируса до 100 тысяч рублей». С чего бы это я взял? Вот не заглядывал я в свой кошелек Яндекс, вроде деньги приходят, деньги выводятся, деньгами это все оплачивается. В Яндекс кошелек я свой заглянул, смотрю, здесь 1101 рубль, ну, в принципе, что здесь ничего такого, там я деньги заводил, деньги выводил, но я хочу вам показать свои расходы, доходы именно за несколько месяцев, которые были. То есть в этом месяц, можно сказать, только начался, сегодня 12 июня. Здесь 13 тысяч всего, зато я посмотрел на май месяц, вроде был кризис какой-то, была пандемия, люди говорят, денег нет, работы нет, а вы пробовали деньги зарабатывать в интернете? Эти деньги все из интернета, вот эти деньги все из интернета, и эти деньги все из интернета. Да, были вот месяца, которые, да, действительно, тут доход не такой был, но я пользовался на тот момент совсем другими платежными системами. Вот апрель, май, повышение, и здесь, я думаю, тоже будет не меньше. Вот такие деньги можно зарабатывать в интернете, где я зарабатываю. Вот люди у меня спрашивают, где ты зарабатываешь. Вот мой канал YouTube, на котором я рассказываю, где я зарабатываю деньги. А вот мой волшебный кошелечек, даже не кошелечек, а волшебная система, которая дает мне зарабатывать деньги в интернете. Называется она суперкопилка, хотя многие люди не верят, да, это лохотрон, пирамида, но тем не менее. Это улучшенная касса взаимопомощи, где я выстраиваю свой график выплат. Да, здесь нету диких процентов, которые обещают в интернете, но именно по доходу вы можете посмотреть, какие деньги на данный момент мне приходят раз в месяц. Вот я начал раскручиваться, я вышел на закольцовку в суперкопилке. Вот такие вот денежки мне приходят. Вклады программы у меня 1327 и ожидается выплата 3553. Вроде не так много, но дальше больше, как некоторые люди говорят. И могу историю операций показать. То есть я это все записывал, все это я расписывал. Под получение партнерских здесь у меня достаточно большая партнерская сеть, которая работает с учетом того, что я не приглашаю никого. Люди заходят сами в эту волшебную суперкопилку. Я ее долго-долго игнорил, но вот теперь я понял весь смысл этого названия суперкопилка. Это действительно суперкопилка, и сюда я откладываю не более 10% от своих доходов. Вот вы видите, что сумма недельных взносов по активным целям у меня $93.99. Вот таким вот образом я, в принципе, и зарабатываю в интернете. Да больше-то ничего не делаю. Записываю видео, часть денег я откладываю в суперкопилку. Я не все сюда деньги свои вкладываю последние, а только 10% от своего дохода. Вот таким вот образом можно зарабатывать в интернете и не гласить на все социальные сети, что все хреново, что президент плохой, что сосед плохой, а вы хорошие, вот сидите дома, ничего не делаете, не зарабатываете. Попробуйте начать двигаться, попробуйте начать хотя бы 10%, вот, зарегистрироваться и с 10% от своего заработка недельного, например, откладывать суперкопилку. Я вас уверяю, что вам через какое-то время понравится. Ведь главный продукт суперкопилки – это пассивный доход. На этом заканчиваю. Всем привет!